Доброго всем вечером. Вечера 30 июля. И Валера просил показать, что получилось. Ну вот, к вечеру сделал я домик. Двери открываются, закрываются, все дела. Сейчас крючочки повешу. Здесь облагородил, это задний двор у них будет. Тут закрыл, там гуси, там порядок наведем. Здесь закрыл и два бассейника. Заткну дыры, там ступенечка внизу будет какая-то. Поскольку вчера спешил, наклон сюда, конечно же, эта дверь открывается с лету. Но зато на все 100. Классная рояльная петля. Это вот старинная щеколда. Загородил зифером, чтобы наконец-то их выпустить сейчас сюда, в их загончик, в этот домик. Шифер, этот андулин не стелил. Инструменты пройдусь. Поскольку у нас электричества нету здесь, оно есть вон в тех домах, а нам тех условия дают очень неподъемные, фантастические цены. Подождем. Так что пришлось работать бензопилой замечательная. Эхо 353ES. Два шурупера, один сверлил, другим крутил, топор, молоток, уровни, рулетки, ну и покрывал пропиткой. Не понадобилось от скипера, картон не понадобился, возможно, утеплю. Потом андулин накину вечером, сейчас их приведу, сниму, малышня, насыплю опилок. Вот сзади, не торопясь, гуси наверху, а уточкам вот такой домик. Всем добра, всем удачи!